Загородные лагеря отдыха в этом году будут работать в особом режиме. 10 учреждений открывают свои двери 22 июля. В этом году в детских лагерях под запретом массовые акции с участием аниматоров и диджеев. Помещения будут ежедневно убирать. Раз в неделю обязательно генеральная уборка. На ежедневном контроле состояние здоровья как детей, так и персонала. Работникам учреждений рекомендовали заранее сдать тесты на ковид. Всем находящимся на территории лагеря будут дважды в сутки измерять температуру. Лица с признаками инфекционных заболеваний, респираторными, кишечными, повышенной температурой тела должны быть незамедлительно изолированы с момента выявления указанных признаков до приезда бригады скорой помощи. При этом дети должны размещаться отдельно от взрослых. В каждом лагере должна быть разработана маршрутизация изоляции и госпитализации заболевших. Решение открыть детские лагеря принял губернатор Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Организация летнего оздоровительного отдыха – одна из составляющих национального проекта «Демография». Заезды пройдут при условии строжайшего соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Все лагеря проверил Роспотребнадзор. Необходимыми средствами защиты учреждения обеспечены. Были закуплены все ДЭС-средства. Закуплены в большом количестве в требуемые рециркуляры, бесконтактные термометры, маски, одноразовые перчатки для сотрудников, дозаторы и антисептические средства для обработки рук и помещений. ДЭС-средств закуплено в достаточном количестве для организации всей летней оздоровительной кампании. Для организации проведения летней оздоровительной кампании все лагеря, все комбинаты школьных питаний готовы. Обстановку в лагерях отдыха департамент образования будет контролировать в ежедневном режиме по видеосвязи. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».